Друзья, всем привет! Вы на канале Танюшина Кухня. Сегодня готовлю простые, вкусные и очень быстрые в приготовлении шоколадные кексы. Перед тем, как начать работу, разогрейте духовку до 180 градусов, потому как тесто готовится быстро. В глубокую миску я выливаю кефир. Для этих кексов также отлично подойдет скисшее молоко. Всыпаю сахар. В этом рецепте взбивать миксером ничего не нужно. И хорошо размешаю. Далее добавляю одно яйцо, растопленный маргарин, остывший до комнатной температуры. Также можно заменить обычным растительным маслом. И щепотка соли. Перемешиваю до однородности. Хорошо размешивайте, чтобы сахар полностью растворился. Вот такая однородная масса у меня получилась. И отставляю ее в сторону. Далее смешиваю сухие ингредиенты. В просеянную муку я добавляю какао. Его тоже обязательно просеивайте. И разрыхлитель. Перемешаю до однородности. Какао должно полностью соединиться с мукой. Готово. Далее в два этапа добавляю муку в жидкую массу. И замешиваю тесто. Вот такое тесто у вас должно получиться. Все, можно перекладывать в формы. У меня вот такая форма для выпечки. Я ее застелила обычными вкладышами для выпечки кексов. И наполняю каждую форму немножко больше половины. С одного замеса получается 12 кексов, и далее я отправляю их в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Прошло 20 минут, готовность кексов я проверяю зубочисткой либо же шпажкой. Зубочистка полностью сухая, это означает, что тесто прекрасно пропеклось. Далее даю им немного остыть. Пока кексы теплые, их можно посыпать сахарной пудрой, но это уже на ваше усмотрение. Кексы остыли, и покажу вам, какие же они получились внутри. Снимаю бумажечку. Как вы видите, она замечательно отходит. Вот такой вот кекс получается. И сейчас его разрежу пополам. Вот такой воздушный пористый кекс получается внутри. Как вы видите, он не раскрышивается, не разламывается, отлично держит свою форму. Вот такие замечательные кексы получаются по этому простому и быстрому рецепту. Попробуйте их приготовить. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусных десертов. Всем удачи, всем пока!